Председатель законодательного собрания Сергей Голубев с рабочим визитом посетил Старецкий район. В рамках мероприятия парламентарий провел прием граждан, осмотрел объекты благоустройства и посетил места, где запланированы работы. Подробности далее. Круг вопросов, который интересовал жителей Старецкого района, самый широкий. Начиная от деятельности муниципального унитарного предприятия, которое занимается аптеками на территории Старецкого района, заканчивая вопросами, связанными с обрезкой деревьев. Отдельная часть вопросов была взята на проработку. Безусловно, очень важный вопрос по ходу дела здесь возник по развитию спортивных сооружений в Старице. Вопрос развития культурных учреждений, в частности, вопрос по ремонту на станции Старица. Там вот в скором времени уже документы будут поданы для участия в федеральной программе. То есть какая-то часть вопросов, она новая, безусловно, являлась. Какая-то часть – это продолжение нашего прежнего разговора, потому что мы этапно отслеживаем, скажем, вопрос по ремонту клуба Дома культуры на станции Старица. После приема граждан – осмотр объектов. Первый – рядом с администрацией района. Это парк имени адмирала Октябрьского. На работу по его благоустройству потрачено более 2 миллионов рублей. Мы знаем, как ценят и любят встречание своего знаменитого адмирала. И, наверное, следующим шагом будет, логичным шагом, я бы сказал, будет установка там бюста адмирала Октябрьского. Сейчас будет организован сбор средств на это благородное, доброе дело. И я надеюсь, что, возможно, в следующем сезоне мы уже увидим конкретный результат. Далее парк по улице Коммунистической. Работы на месте бывшего заросшего пустыря начались в 2015 году. Сейчас вся территория вычищена, проложены дорожки, установлены фонари, скамейки. Однако работы по благоустройству продолжаются. В центре будет установлен фонтан с цветовой гаммой, с музыкальным сопровождением. Планируем установить еще одну большую площадку. Это будет, наверное, крепость, где дети могут поиграть. Особенно меня радует тот факт, что все эти парковые зоны, общественные места, спортивные площадки, в первую очередь, конечно же, для нашей молодежи, подростков, детей. Вот совсем недавно здесь был пустырь, мы стоим, да, теперь здесь старичане любят гулять. Здесь прекрасная детская площадка, адмирал Корнилов, будет еще молодежная зона. За последние годы Старица серьезно изменилась в лучшую сторону, и жители и гости это замечают. 3 года прошло, а у нас дороги ремонтируются, тротуары делаются так. Что еще? Мост отремонтировали. Это наша набережную сделали. Горсад привели в порядок. У нас город преображается. Хочу вас отметить. Каток наш. Мои внуки с Москвы приезжают. Любимое их место отдыха. Сейчас стали делать все. Вот сделали УДК. Все благоустройство делают. Стало лучше. Намного чище и лучше. Набережная красивая. Монастыри восстанавливаются все. Ну так вот. В этом году районное руководство запланировало масштабные дорожные работы. Планируется отремонтировать все тротуары по улицам Володарского и Ленина. Поменено покрытие, оно будет выполнено из брусчатки. Мы поменяем ливневки, лотки, оборудуем новые. Подрядчиков мы уже знаем. Со следующей недели они готовы выйти на объекты и начать уже реализацию этих мероприятий. Плюс ко всему планируется капитальный ремонт дороги и тротуаров по улице Карла Маркса. В завершении поездки Сергей Голубев отметил, что Старица никогда не подводила своих жителей. Все, что касается планов благоустройства и комфортной городской среды, за последние 3 года все было выполнено. Поэтому и в 2021 году будет исполнено все, что запланировано.